Всем привет, друзья! Меня зовут Аня, это мартовский разворот, можно будет посмотреть здесь. А сегодня я запомню трекер сна для марта. У меня есть уже февральский, сейчас я вам его покажу. Вот так он выглядит, полностью заполненный. И сейчас на его примере я буду делать мартовский. Естественно, он будет с другим оформлением, в теме марта, который у меня на мотив вышивки. Сверху я пишу время от 9 вечера до 12 дня. Хотя я надеюсь, что так спать я не буду. Но кто знает, все бывает. А сбоку я буду писать цифры месяца. В марте 31 день, одна клеточка 1 день. Сверху вниз. Далее я возьму маркер и напишу по-английски sleep log. Трекер сна. Сделаю его в зеленых тонах, так как март у меня весь посвящен вышивке и цветам. Светло-зеленым маркером сделаю тени на буквах, а также добавлю листики в тему моего мартовского разворота. Добавлю капиллярными ручками украшения моего трекера. Эти украшения также будут в стиле марта. Я сделаю их в виде вышивки. Здесь будут розочки и крестики. В этот раз у меня довольно маленький набор канцелярии. Это ручки Стабила и маркеры от IKEA. Все канцтовары будут подписаны под видео. Такой вот у меня трекер сна получился. Я его украсила крестиками, розочками и буковками З. Как я его буду заполнять? Вот тут я отмечаю длительность сна, здесь сколько в часах и качество сна, насколько я выспалась. Буква Б — это значит то, что я болела. В марте буду оформлять также. Сейчас вам покажу фотографии февральского трекера сна для вдохновения. Решила не оставлять место внизу пустым и воспользоваться скотчем. Возьму тонкий зеленый и приклею его внизу. Дополню его красно-розовым и сделаю из него треугольные цветы, так как вышивка тоже угловатая. Ну вот и все, мой трекер сна готов, мне он очень нравится. Сбоку у меня будет трекер еды, я его покажу в следующем видео. И этот и февральский, я надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока-пока!